Всем привет, это новое видео с Раскаста. Наша идея новая была нафармить ресурсы без фарма камней. Это могут быть ловушки, мины, капканы, ну или ПВП. Для старта у нас были киты. Надеюсь, вам это видео понравится и вы поставите лайк. Я играю на сервере Раскаста. В эту пятницу в 14:00 состоится вайп на первом сервере. Я буду играть там. Все ссылки в описании. Всем приятного просмотра. Так, примет ему. Приент лист. Приент. У меня нет друзей. А, ты еще под моим ником. Ой-ой-ой-ой. Мне еще кот мурлыкает тут, а. О, мы рядом заспавнились. Так, ну что? Давайте застроим кибитку вместе. План какой? Кто больше нафармит ресурсов за сутки без фарма, правильно? Ага. Строим кибитку. Сет. Ну, я думаю, это сет и все остальное будет у нас вместе. Я не думаю, что ну, как-то нам нужно. Это все достатки будет, мне кажется. Ловушки и вот это все класть в свои ящики. Ну да, я думаю, ящик-то заморозим как-нибудь. Так не, просто в ловушке это все сделаю и все. А ну либо в ловушке. Ну, у меня будет много ловушек. У меня тоже не одна. У меня возле зимы будут. Может, ты даже попадешься на одну из них. Мы в тебе не попадут. Так, ну что тогда, бежим в зиму. Не, интересный вайп будет, мне кажется. Мы так ни разу не играли. Это получается, типа соло-игра, а вроде как не соло-игра. Вот я лично... О! Вот я лично с котом играю, сейчас мурлыкает тут у меня. Я еще буду с гантрапами играться. Я надеюсь, я хотя бы 1010, ну ладно, какой 10, ну хотя бы 1100 серы нафармлю. Дом, кит дом. Я здесь уже, на РДС, может, как-то меня здесь еще дом построим. Я тут ловушечку сейчас. А дом не будем совместно строить, не? Будем, будем, мне нужно занять. Ты думаешь, что я быстрее у тебя стою будешь? Ну, кто знает. Ну-ка, строить не могу. Мне просто интересно, как я буду турели делать? На гвоздометах, что ли? Походу, да. Пиздец. Я поэтому и говорил. Ну, не знаю, посмотрим. Я надеюсь, конечно, сегодня ничего не получится. Не, вообще у нас есть вариант экстренный такой. Это достроить все-таки нашу РТшку. Ой, в пизду не хочу ее больше строить. Спонсор этого видео Рошанс. На сайте есть очень много разных режимов игры. С помощью моего промокода вы можете получить 50 центов. С каждым повышением уровня на сайте вы можете забрать бесплатный кейс со скинами. Чем больше уровень, тем лучше скины. Сейчас проходит зимний ивент. Делая ставку, ты получаешь снежинки, а эти снежинки обмениваешь на кейсы. Но также вы можете получить бесплатные снежинки, выполнив все условия. Пополнить баланс вы можете скинами из разных игр, но баланс вы можете использовать только в рулетке, краше и минном поле, а скины джекпот и коинфлипе. Все ссылки в описании. Всем приятного просмотра. Так, давай проверим. Я ставлю ящик, залочу его. Смотри, ты можешь на него влезть в него? Джокер. Че? Не. Не можешь. Ну все, давай так сделаем. Я предлагаю туда вот эти ящики поставить здесь. Вот, то есть, это мой. Так. Где там кодлок? Все, это мой. Все, вот мой ящик, смотри. Модный? Нормалды. Чисто под ловушку. Я чисто сельский с джиги. Не, у тебя прям нормальный скид. А у меня как? Ну как тебе сказать, знаешь? Сельский с джиги. Когда пиздюки одевают очки, они похожи пойми на что. Это я. Чё, реально долгая ночь. А, уже утро. Значит, возле Оксум Гейстейшена строишься, да? Нет, так я бегаю. О, я вижу, где люди бегают. Это не ты? Или это... Нет, не ты. Где люди бегут? Я уже все построил. Ага, я вижу уже кибитку чью-то. Вижу еще одного человека. Слушай, здесь хорошие. Два человека я вижу. Мне кажется, нормальная ловушка у меня здесь будет. Две кибитки уже здесь. Ко мне челики теперь пишут в дискорде. Придумай нам хату, придумай нам на ин хату, придумай нам на это, на бедварс хату на 4 человека, я чё ебать. Да я не знаю, что они написали тебе постоянно. Так, сейчас вот тут у нас будет шкаф, а тут будет солома. Так, мы ставим вот сюда. А вот так. Это я посмотрел у зарубежного ютубера.
Так. А я сам придумал вчера. Я до этого подсмотрел. Получается, мы ставим гантрап. Ага. Блин, что-то повесить бы. Пыщ. Ну тут даже легче мне будет сделать. Дом один. Ёб твою мать! Кто-то шкаф забыл поставить. Ай, блядь, да я дебил! Я шкаф надо было переставить. Кто знал, что, блядь, меня ловушка моя же убьет? Нужна одна камера. Какой? Чтобы мог следить, что творится. Ты бы это видел. Так, ну... Ну все, в принципе, я могу выходить. Это ты стреляешься? Не-не. Я захожу к тебе, Могу зайти? И меня не убьет? Убьет. Понял. Их двое. Одного убил. Рада, помогай мне. Я минус три будет. Убил троих. О, у меня первые ресурсы. Понимаю, братан. Ты что-то это, тормозишь по фарму. Заходи, заходи. Не, спасибо. Я знаю, там ловушка. Давай, зайди. Сейчас я все закину свое это тайное место. Ага. Ну все, у меня первый ресурс в ящике. Я забегу всех дом. Блин. А, я еще и открыть не могу дверь, что-то не понял. Чего? Мы же в тиме. Мы же в тиме. Что за хуйня? Как ты прошел? Я не знаю. Пиздец. Что там было? Так, капканы? Сверху капканы, снизу гантрапы. Опа. У меня тип здесь сдох. А как он сдох? Ты прикинь? Опа. Даже ловушка не понадобилась. Ой, я не могу. Не дай бог, гантрапа не сработает. Ты там как, поможешь мне, может, я? У меня тут файты.
Или у меня что, дверь закрыта или что? Что за херня, чел? Ты ж живешь. Не могу, братан. А у меня плюс 20, это уже. Бля, хули ко мне не идут. Там я просто, крики вот сюда, они ко мне больше не подходят, они не заходят, я их просто убиваю, я выхожу, убиваю. Блять, это проблема. Братан, мне тут вообще ПВПшка началась жестко, они меня выдавливают, поможешь мне, ты прокинешься? У меня с собой только магнитофон. Эх, ну. Бля, никто не идет. А, они поняли, что ловушка. Не, надо что-то переделывать. Такой вариант не работает. Вот мой вариант без проигрыша. Секунду. Нет, твой да, я не спорю. Не то, что на мою ловушку ставить, нет. Подожди, меня рейдят в онлайне. Дядя, что ты пытаешься сделать? Ты клоун? Они говорят, я клоун, а не все. У меня только с этой есть, не знаю. Такого интересного. Иди под дверь, я не могу. Иди фарми, дебил. Блин, я улететь не могу. У тебя есть ткань? Хотя ладно, сейчас я рекну еще. Да, есть ткань. Да я сейчас рекну уже. Надо что-то другое придумать. Сейчас я что-нибудь придумаю. Так. Кто-то пришел. Нет, не пришел. Никогда не думал, что буду строить на касте ловушки. У нас еще есть мины, но... Кстати, а как мы будем ставить мины, если нам нужно фарм... Конечно, киты у нас есть. Я думаю, что их внимание это привлечет. Аирдроп? Нет. Видишь что, походу надо делать на второй день, потому что бобовками хотя бы можно привлечь. Сейчас на первый день бобовки уже заблокированы, мы хрен внимание привлечем. Я сейчас буду привлекать. А, я тоже знаю, как привлечь. Ты мне подал идею. Я беру типа. Летят ко мне? Ко мне прилетели, братан! Чё? Чё за бред? Я убил двоих съемки. Мне бы так везло. Ничего не вижу. Убил троих. Хорош кино, смотри, давай байте. Побачу. Как ты байтишь? Кричишь? Подойди, посмотри. Что-то горит непонятное. Давайте, кто ты байтишь.
Ну вообще бесполезно, братан, вообще бесполезно. Заходите, кто хочет. Так, ни стреляй, не пугай людей. Да я наоборот боюсь их. А, у меня тут еще и компоненты есть. И лук, и арбалеты. Правильно будет ловушка, но интересно. Это не батишь просто. Как не бачу, ебать, им прожектора включил, музыку включил, да заходите, ёпа, народ. По мне коптер пролетел, а. Я тебя хоть как-то поддержать. То хоть кто-то у тебя тут бегает. Братан, у тебя просто издалека написано, что ловушка, ловушка, не подходите ко мне. У меня тип идет. Братан, я не знаю, я лучше всякой ловушки. За меня, блядь, даже никто ничего не фармит. Я двоих. Я никогда с Йоки так хорошо не стрелял, а двоих с Йоки убил. Блядь, у меня просто истерика, я не знаю. О, у меня ж башка разболелась, ё-моё. Ты смотри, типа, чувак заходит в шкаф. Выпишись из шкафа ради прикольно. Ну ладно, не надо. Чувак подходит в шкаф. Его бабахает этот гантрап. О! А! Уходи! Видишь? Моя ловушка работает. Братан, ты че, обиделся, ты куда побежал? Пошел к своей ловушке пизду. Опа, братан, меня убили. Меня убили, ты слышишь? Твою ловушку? Не знаю, я отошел на секундочку прям. У меня потом тройки по, братан. Ты... отошел. Я не понял, почему она не убила никого? Причем туда тип ко мне залез, залутал меня и ушел просто. Он заходит вот так. Шкаф закрытый. Как он меня лутал? У меня больше ПВП сейчас происходит, чем этого. Может, ёлку не забрали? Я вообще люди даже не бегают. У меня тут уже вообще... Ты сказал, гэнг-бэнг происходит. Братан, моя ловушка работает против меня, блядь. Я сдох. Не, а что-то надо другую ловушку делать, блядь, какой-то. Сейчас, секунду. Отбой. Но они тут без резов бегают. Походу надо, может быть, незаметно месте делать. Да, там будет меньше людей, но там будет больше так богаче люди. Не знаю. Ты стройся возле домов. Или и байте как-нибудь. Но твоя ловушка это просто палево, вообще полное палево. Так, братан. Я кальянчик принес. Ты там не бахали гантрапы? У тебя там не было еще клиентов?
Алло? Нет, ты походу один клиент в час будет так. О, ревики разблокались. Один человек. Я домой. Знаешь, сколько я поймал? 23 тысячи металла, 12 тысяч серы. И бур. Полурка? А? Полурка? Нет, я просто летел, вижу, тип голый бегает. Так, вот вход. Вот он заходит. Стоять шкаф, то есть мы делаем вот так. Дай выловить. Спокойно. Спокойно, дай выловить. Быстрее, быстрее, домой, быстрее, домой. А, вот. У меня тут школьники переговариваются. Спасибо. Я там ситкомди поставил. Ёб твою. Что там происходит, не я пойму. Я красный ходивай, я разваливаю сраки. Тут вообще... Какие-то дети вообще не понимают. Я странный хаги-ваги, я разваливаю сраки, блядь. Твой батя. Ни хрена себе. Не, весело, конечно, только на кассе, когда вот, это первые дни вайпов, да, всякие дети вылазят. Меня никто на ловушку не идет. Ня-ня-ня-ня. Да, братан, ты вызвал. Вот даже вертолет тупо летает вокруг меня, и никто не приходит. Ты признал, что здесь у меня происходит. Я не знаю, это, я такого никогда не... Я такой геймплей никогда на кассе не видел. О, о! Не открывай двери только. Ты что делаешь, блядь? Ждем. На, похавай яблоко. Вот ебать! Я его почти убил. Блин, я пизды получил. Опа! Я пока отходил, у меня тут два трупа. Да заебали, они так хилы приносят. Ну. Что-то я не слышу ловушку своей, блядь, может, это не работает. Так, что-то двушки какие-то зашли, что-то какая-то вообще движуха непонятно. Лопнул, принимай. Закрыл их, я закрыл их, принимай. Они мистер Кафа выписали. А ты чего у нас вот не стоит? Я убил его, я забыл. А как они выписали? У меня на нем кодлок был. Офигенно, чтобы сломать шкаф, должны быть отрезаны на шкафу, прикольно. А че мегатрапы не стреляют? Она их убила хоть? Никого не убил, я зашел, убил их. Гантрапы перестали стрелять, не знаю. За ними просто отрезали в шкафу? Ну я-то сейчас не авторизован, мегатрапы не стреляют. Что-то странная фигня какая-то. Придешь, проверим? Пульма. Заебись. Все, я понял почему.
Да, какая движуха? У меня была такая движуха. Я туда лучше выходил бы сейчас. Я буду застраивать здесь всем. А я это, гантрап не плановый. А нет, нет, там солома все стоит, вот так. Знаю. Да че там? Там стреляет. Оп, ломает. Я домой. Он что, не заходит дальше, не водится? Угу. Они солому сломали. Я понял, сейчас я бур взял. А, я не могу тпкаться, если это не мой. Это если это не мой шкаф, прикинь. Хуёво. Это приколюха. Я твою ловушку уже два раза вынесли. Да, я что-то даже не подумал, что они догадаются. Я дверь закрыл. А, он шкаф поставил. Блять! Не понял, здесь какая движуха. Быстро лишь? О, на крыше, на крыше, на крыше. Торп 4. Встанешь? 7. Обел. Плюс одежда. Ну пойдем к нашему дому. Они тебя даже не лутали. Они просто забрали мой шкаф и все. Очистить. Ой. О, блядь, пиздец. Подожди-ка, заряжаем. Ты нахуй! Ты зачем шкафу активировался? Я же не очистил его. Братан. Я не приму. Я шкаф переставил. Интересно. Как тебе повезло, что ты не сдох, я не могу. Проведем подсчет ресурсов наших. У тебя есть что-нибудь вообще? Ресурсы нет, сета, да. Сколько у тебя ящиков сетов? Сейчас я так сейчас посмотрю. Но у меня тут по мелочи, конечно, но у меня два бура есть, халявда. Ну, у меня с одного типа сама больше я получил. Ну, 115 тысяч камня там. Ну, короче, ловушка бесполезная.